Мафия Дефинити Эдишн. Продолжение следует. Итак, будем проходить дальше. Что нас ждет, мы не знаем и увидим. Так, ну что, поехали к особняку прокурора. Так, надо посторонне. Эх, я не говорю по-итальянски. Ах, ты по-итальянски не говоришь? Пошел отсюда. Я тебя научу итальянскому. Ладно. Садись, буду учить. Учись итальянскому. Смотри, не балуй. Hai capito? O piano? Да, босс мне сказал. Окей, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A cacciaforti sta a rire un guaccio nu primo piano. Purammi in antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Сдается мне, ночка будет долгая для нас обоих. Минья. Да давай ты не болтай. Аккуратно. Давай теперь я скажу. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Си. И держи рот на замке. Форт. Си. Фачо. Ио. Раприри кашаворте. Априре кассафорте. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Эффетто. Давай газуй. Немного осталось. До особняка прокурора, а там посмотрим. Там опять, наверное, какие-нибудь бандиты сидят. Шикарные здесь виды. А вольта ступаиси. Мирамигиосу. Да неплохо. Сейчас уже подъедем. Я думаю, там опять нас ждут какие-нибудь сюрпризы. Типа бандитов. Каких-нибудь скрытых. Ну что, давай, выходи. Экко. Чрасему джоку. Пассаду. Аккуратнее, там охранники. По жардину. Что? Лабиринт. Лабиринт. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Устраните охранников. Один готов. Так, на горизонте вижу еще двоих. Два белых треугольника. Так, оружие. Стрелять нельзя. Так, их уже там трое. Стрелять нельзя, а то они услышат. А, ты еще свистишь. Ну давай, получи. Досвистелся. Все. Где следующий? Не вижу следующего. Когда уже будет выходной? Ты где спрятался? Не вижу тебя. Свистелся? Так, где следующий? Чего-то я не вижу. Давай, выходи. Я тебя найду все равно, гад. Вон он ты, треугольничек белый. Так, надо обойти. Тут я не пролезу. Надо обойти по кругу. Так, бегом бежать придется. Ладно. Ноги уже устали бегать. Сил уже мало. Но я пробегу.
Что-то я запутался. Ты где, гад? Ух ты, волки воют. Так, ну я тебя сейчас устраню. Осторожно. Ну давай. Отличный вечерок, чтоб на посту стоять, а? Отличный вечерок. Твоя смерть тебя поджидает. Все, доболтался. Ружьишко я возьму. Так, теперь куда пойдем? Так, где-то вода журчит. Еще один. Стоишь? Ну стой. Сейчас я тебя. Все, отсвистелся. Соловей. Так, ну ладно, надо дальше идти. Еще один. Так, еще один. Ну что ты, не видишь? Покурить решил? Ладно, я тебя сейчас сзади огрею. Когда уже будет выходной? Вроде это были последние. Сальваторе, ты где там? Тут чисто. Доми и окуи. Отлично. Черт, куда он делся? Казунью, доми. Отышите Сальери. Достал меня этот парень. Отыщите Сальваторе. Где ты? Сэй уно тосто ту, а? Что? Итальянская мафия. Открывай. И что ты за медвежатник? Черка, ну хвачу. Плохой медвежатник. Ну, Гуаччо, да Винчи, Караваччо. Укапишь? Картина? Хочешь сказать, сейф за картиной? Сейф. Ясно, я тебя понял. Смотри. Надо в других комнатах посмотреть. Найдите сейф прокурора. Поищи в другой комнате. Пойди наверх. Так, наверху картины. Зайти в кабинет. Где картина? Вот она. Нашел. Браво. Спуск, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Ах ты черт, приехали. Быстрее. Надо прятаться. Пожиенца, пожиенца. Быстрее открывай. Быстрее. С кузами. Дура. Табляре, то ларм. Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Убегай. Войди, ядро, ядро. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Один готов. Второй. Где второй? Давай иди сюда. Получи, гад. Один из наших готов.
отсюда! Боишься? Давай, иди сюда. Ах, ты с Томпсона стреляешь? Ну где твой Томпсон? Готов. И Томпсона потерял. Ну и где твой Томпсон? Перезаряжай. Томпсона бери. Огонь. Есть стрельба. Ответьте. Выдано разрешение открыть огонь. Взять машину? Наконец-то я тебя понял. Бери машину. Покиньте особняк. Убегай. Убегай, садись в машину. Да куда ты? Черт дери. Где машина? Наверняка вот она. Где-то. Отлично. Давай садись быстрее. Погнали. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Молодцы. Оторвитесь от копов. Отрываемся. Газуй. Гони. Мы его потеряли. Чем гони. Он не мог далеко уйти. Потеряли, гады. Ах, черт. Ах ты черт! Куда? Уезжайте! Сальваторе, уезжайте оттуда! Куда тебя довести? Аказ? Да. Где дом? Прямо. Сеста и Мабуль. Хорошо, едем. Отвезите Сальваторе домой. Едем домой. Так, что-то тут движение какое-то непонятное. Так, прямо по карте мы сейчас пока прямо едем. Налево. Налево. Так, здесь поаккуратнее. Не задави. Человека задавишь. Так, сильно не гони, то полиция догонит. Газу, газу давай. На обгон пошел. Отлично. По карте едем пока прямо. Можно притопить маленько газу. Дорога пустая. По встречке. Направо, направо сейчас. Осторожно, направо. По встречке не едем. Едь по встречке. Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Молодец, хорошо едешь. Немного осталось, давай прямо. Почти приехали. Все, приехали. Пока. Глава пройдена. Визит к толстосумам. Следующая глава.
Сделка века, 1933 год. Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги, так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Подзаработаем деньжат, а заодно и Морелла пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб для джентльменов. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Полли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карла. Не волнуйтесь, Митя. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Сэм и малыш Билл будут ждать нас в центре. Сядьте в машину Полли и Карла. Поехали. Карла, ты как? Похоже, ты малость обосрался. Да пошел ты. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай, ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Хорош трындеть. Если давай не хотите меня быстрее брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. А чего Гейтс зол на Морелла? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелла решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелла про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим как на лед. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелла не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Херовый план, Том. Коля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй, когда начнешь добывать для босса наводки, а не только по городу его катать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Морелла придет за тобой, мне не жаловаться. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, господи. Хорош болтать. Сейчас приедем и разберемся на месте. Осторожно! А что ты тут под колесами?
Приходится по встречке обгонять. Еле едете, плететесь как черепахи. А мне надо быстрее. Меня ждут. Серьезные дела, а не то, что у вас тут. Еле едете. Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Гейтс ждет на последнем этаже. Поехали дальше. Давай, потихоньку. За этой машиной следуй. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С 9 до 5 тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут... У нас особая работа. Поле, ты что-нибудь еще знаешь о Гейтсе? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого Пойла. Наш человек. Наш человек. Пойл — это хорошо. Останови. Чем больше Пойла, тем лучше. Тормози. Вот здесь, на стоянке. Поле, рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну? Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми? Ну да, хороший. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Охерел, Поле! Не, не! Все нормально. А че? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяра совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Берегись! Черт! Сука! Черт, забери! Гнида! Сука! Эй, эй, сюда! Я был отзаду покой! Сволочи узнали! Так ты язык за зубами держать не умеешь. Я из пулю словил. Стукачей много развелось. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карло, в кабину! Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец! Готовься, там будут еще! Я тебя прикрою! Давай, я буду сопровождать. Потихоньку выезжайте. Я вас прикрою. Давай, потихоньку. Парни, снова они! Осторожнее! На мушке.
Пожарник тут не пройдет! Нужно потушить! Ищи огнетушитель или хоть что-то! На потолке есть брызгалки! Надо их включить! Здесь должен быть какой-нибудь кран! Здесь можно как-то пробраться! Том, мне нужен путь! Я останусь с грузовиком! Так, осторожней. Меня, кажется, ранили. Надо выбираться отсюда. Ах вы гады, сколько вас много здесь. Ну давай, по одному, давай. Я не боюсь. Так, аптечку. Маленько подлечиться. Так, там огонь. Ну что, воду открываем. Надо потушить. Ну что, готово? Мощно. Я еще чувствую жар на лице. Сопровождайте грузовик. Господи. Далеко не отходите, ребята. Охраняйте бупло. Познав, что это не все. Увидите кого-то, стреляйте. Ну что, где ты? Получи, гад. Получи. Укрите, ублюдки! Хороший бросок. Тут свободно. Хороший прыжок. Уходи, грузовик, отсюда. Хорошо, валим. Ну что, у нас сверху вода льется. Отставай. Ты знаешь Морелла. Давай, погнали вперед. Много ребят. Я прикрою. Давай, гони. Сейчас подлечусь немного. Все, подлечился. Берите тачку и поезжайте за мной. Да, сэр. Отлично, погнали! Я вас прикрою. Вперед! Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Давай, гони! Я так и знал! Ах вы гады! Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее! Готовы. Так, еще один. Еще одного, гаси. Стреляй точно. Готов. Готов. Да готов уже, все. Давай, гони. Так, еще там где-то должны появиться. Вот он, вот он, вот он. Давай, гаси его. Гаси. Морелла отправился на отлично. Еще, ребят. Так, еще там появился вдалеке. Еще одна тачка. Гаси прямо его. За грузовиком. Гаси его. Отлично, отлично. Еще один. Давай на таран его. Стреляй. Отлично. Значит, и мы за ним. Давай, гони. Прямо гони. Отлично. Как на танке. Ну что, больше нету этих бандитов. А, еще одни. Ах вы гады. Так, здесь аккуратнее, еще появится. Осторожней тут, осторожней. А то вынырнет из-за угла. Ну, немного осталось. Гони на полную. Спасибо тебе, Господи. Давай домой, посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да, пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. Бухла полная машина. На всех хватит.
38 калибр. Встретили ребят Масова? Да, босс. Их больше нет. А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это Пойлу всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюте! Салюте! Глава пройдена. Сделка века. Всем пока, до новых встреч.